Мы детский хореографический ансамбль «Родничок» исполним танец «Колыбельная». Зовут Зайцева Валерия, я из города Ижевск, исполню песню Blackpink словно в последний раз. Меня зовут Юлия Метлякова. Мне 10 лет. Я хочу вам спеть песню «Буги-вуги» для осьминога. У осьминога 8 ног. Спросите вы у осьминога. Для человека это много, а для него все мало ног. Буги-вуги в стиле 8 ног. Буги-вуги в стиле 8 ног. Буги-вуги.
Лопатин Александр Николаевич. Я исполню песню «Белый свет». На тебе сошелся клином белый свет, но пропал за поворотом санный след, но пропал за поворотом санный след. Не бы взять да побежать за поворот, не бы взять да побежать за поворот, мне бы взять да побежать за поворот, побежать бы только гордость не дает, побежать бы только гордость не дает. Сто дождей пройдет над миром сто порог, сто дождей пройдет над миром сто порог, сто дождей пройдет над миром сто порог, и однажды ты услышишь и Здравствуйте, меня зовут Жанна Цымбалюк. Я занимаюсь в студии арабского танца «Мамбрук». Сегодня я исполню восточный танец. Меня зовут Адель, и я сегодня показываю фокус «Дикая карта». Так, я бы хотел вам продемонстрировать коллекционный фокус. Карточный коллекционный фокус. Почему коллекционный? Потому что я люблю коллекционировать карты. И в данном случае это девятки пик. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь девяток пик. И я думаю, вы заметили одну даму черви. Сейчас объясню, для чего она нужна. Я четыре девятки положу лицом вверх. Четыре девятки будут лежать лицом вниз. Итак. Да, я сказал, что люблю коллекционировать девятки пик, но раньше коллекционировал дам червей. И когда мне они нужны, они пригождаются. Итак, если же вот эту положить между ними, раз, два, три, четыре, щелчок, тут уже дама, да, и у нас уже раз, два, три дамы червей. Будьте внимательнее, пожалуйста. Я возьму и просто переверну одну девятку. Тут уже дама. Я снова могу вам показать чистые три червовые дамы. Итак, если я спрошу, где девятка, вы скажете. Если вы скажете, что тут девятки нет, вы будете правы. Итак, обратите внимание на эту. Знаете, она у нас будет одна, я ее просто отложу. Тут будет две дамы, щелчок, у нас уже три дамы. Итак, этой же дамой попробуем сделать... И из этой девятки тоже даму. Давайте еще раз. Все будет делаться двумя пальцами. Раз, два, три. Как-то так. Осталось последнее. Я возьму две, три. Давайте все-таки лучше две. Две абсолютно
Обычные дамы. Одну девятку. Небольшое подснятие. Давайте попробуем сделать вот так вот. Девятку просто отложить. Соответственно, у нас тут будет две дамы. Щелчок. И все девятки стали дамами червей. Вот так у нас из девяток и получаются дамы. Мы детский хореографический ансамбль «Родничок». Исполним танец «Вейся капуста».